Всем привет! Сегодня займемся чем? На внешний жесткий диск будем устанавливать три сборки Linux Mint, это Cinnamon, Mate и X-Face. То есть практически за исключением русского Linux Mint я отформатировал все разделы, на которых у меня были установлены там и X-Face, там, и Mate. Вот они, видите, все чистенькие. А вот телефончик говорит о том, какой отдел сейчас подсоединен. Вот подсоединен сейчас у меня, значит, вот раздел с русским ментом, на котором, собственно говоря, я и нахожусь. А вот теперь смотрите. Например, я решаю. Так, 6, 7, 8, там, так далее. Видите, 10. Ну, давайте посмотрим, например, вот раздел 8. Угадаем мы или нет. А зачем? Мы просто вот, смотрите. Вот на этот раздел я сейчас хочу установить X-Face. Вот, на 8 раздел 50 гигабайт, ну практически 49 свободно, там нормально все. Так, появится ли у нас здесь сообщение, что это X-Face? А вот этот вот я подключаю. Вот. Значит, мы подключили диск с данными на моем компьютере, потому что у меня здесь тоже сохранены копии. И вот копия X-Face. Вот. Вот она, голубушка. А теперь посмотрите. Значит, вот эту вот копию мы теперь будем... Я нажимаю System Copy. И мы ее будем ставить куда? А вот сюда. На 8 раздел жесткого диска, на X-Face. Отмонтировать. Точку, extension 3, формат, все дела сделано, next и start, 12.18. То есть, находясь на Linux Mint Cinnamon, я восстанавливаю резервную копию. Значит, из раздела на моем жестком диске из кладовочки с Linux на другой отформатированный раздел, подготовленный в формате Linux Mint XFCE. По-русски обычно говорят X-Face, так проще говорить. Ну, пока прервемся. Ну вот, пока он создает, я вам, значит, объясню свою идею. Что если у вас есть возможность поставить программу SystemBug на любой из разделов жесткого диска вашего компьютера, или на флешку, с официальным образом, или на одну из ваших сборок, или на мою сборку, то есть место там, где есть возможность запустить программу SystemBug, дает вам возможность восстановить с внешнего жесткого диска, с кладовочки, где у вас будут находиться ваши образы настроенные образы там, или Cinnamon, там, или Mint и так далее, вы всегда сможете восстановиться. На самом деле все это гораздо шире. Почему? Объясняю. Значит, SystemBug поддерживает систему Linux Mint.
У нее, значит, обычно рабочий стол X-Face. А вот у Дебиана-то посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Ну, насколько я понимаю, операционная система, которая принимает команду SUDO, она дает возможность поставить себе Linux Mint System Bug. Ну и, естественно, наш любимый, как говорится, Mint. У него, значит, есть в сборке Cinnamon, X-Face, Mate официальные, KDE. И есть даже кто-то вот уже сделал сборочку, значит, гнома. Значит, тоже красивый интерфейс. То есть, как видите, поддерживается довольно-таки большое количество рабочих, значит, столов, кому какой нравится. И все то, что вы там сотворите по своему вкусу и так далее, при помощи программы SystemBug вы сможете сохранить в виде резервной копии или точки отката на другом разделе жесткого диска своего компьютера, или же вот как сейчас я делаю, создаю точку отката вообще на жестком, на внешнем жестком диске. То есть даже с флешки, если удалось заскочить на флешку, запустили программу SystemBug, в ней, значит, нашли, значит, вашу кладовочку, значит, она подключится у вас к SystemBug, галочкой отметили, нажали System Copy, и сразу этот раздел скопируете на любой раздел жесткого диска, куда вы хотите восстановить вот эту настроенную копию или точку отката. То есть преимущество программы SystemBug, ну, здесь просто неоспоримы. Ну вот, закончилось создание точки отката. Вот видно, что в 11.58 начали, а сейчас 12.06. Ну что, ну 8 минут где-то в среднем. Вот одно простое правило. Что та операционная система, на которой возможно поставить систему SystemBug, независимо там это Cinnamon, там KDE, X-Face, там Ubuntu, Debian, там Linux Lite, любая, которая поддерживает или где есть возможность установки SystemBug, значит, позволяет создавать резервные копии как на другом разделе жесткого диска, так и на своем разделе жесткого диска, и так и на внешнем жестком диске. Это важно. А теперь посмотрим, какого же размера у нас получилась папочка. Да, собственно говоря, можно даже и здесь. А, нет, это не то. Ну, ничего страшного. Так. Вот у нас папочка Linux Data. Вот мы циномочек только что создали. Вот его свойства и посмотрим. Он сейчас посчитает, каков размер этой папочки, в которой мы сделали откатную копию Linux Mint Cinnamon. Со всеми там моими настройками и так далее. Единственное, старайтесь, чтобы у вас всегда папочка VirtualBox была пустая при создании откатных копий, иначе у вас размеры будут просто очень большие. А зачем? Ну, где-то, наверное, около 6-7 гигабайт должно получиться. Сейчас посчитает все. Ну вот, размер копии получился 6 гигабайт. Вот оно. Ладненько. Теперь, значит, ну, я не буду при вас создавать еще там копию там
других систем, чтобы не отнимать время. Просто показываю принцип, а вы потом сможете по этому принципу сделать резервные копии тех операционных систем, которые поддерживают команду программы SystemBug. Вот и все. Теперь, значит, что мы можем сделать? Значит, как я и говорил, независимо от того, где располагается, значит, у вас программа SystemBug, даже вот может быть на самом этом Минте, вы сможете восстановить откатную копию на любой раздел жесткого диска. Показываю. Вот смотрите. Так, вот этот раздел у меня десятка пустой. Вот здесь Mint, вот видно, 8 Mate. 8,3 гигабайта занимает. Вот я беру его, отформатировать. Ой, как страшно. Прям-таки спасу нет. Вот он сейчас освежит диск. Ну вот, уничтожили мы Mate, и вот уничтожу я X-Face таким же варварским способом. Почему? Потому что у меня откатные копии для них созданы не на внешнем отделе жесткого диска, а на другом разделе жесткого диска моего компьютера. Без разницы. Вот смотрите. Форматировать. И привет. То есть практически за исключением вот русского Linux Mint я отформатировал все разделы, на которых у меня были установлены там и X-Face, там и Mate. Вот они, видите, все чистенькие. А вот телефончик говорит о том, какой отдел сейчас подсоединен. Вот подсоединен сейчас у меня, значит, вот раздел с русским ментом, на котором, собственно говоря, я и нахожусь. А вот теперь смотрите. Например, я решаю, так, 6, 7, 8, там, так далее. Вот, на 6, 10. Ну, давайте посмотрим, например, вот раздел 8. Угадаем мы или нет. А зачем? Мы просто вот, смотрите, вот на этот раздел я сейчас хочу установить X-Face. Вот, на 8 раздел. 50 гигабайт, ну, практически 49 свободно, там нормально все. Так, появится ли у нас здесь сообщение, что это X-Face? Вот оно. Мы его сюда вот подключили. А теперь начинаем заниматься программкой SystemBug. User сохранены копии. И вот копия X-Face. Вот. Вот она, голубушка. А теперь посмотрите. Значит, вот эту вот копию мы теперь будем. Я нажимаю System Copy. И мы ее будем ставить куда? А вот сюда. На 8 раздел жесткого диска, на X-Face. Отмонтировать. Отмонтировать. Точку. Extension 3. Формат. Все дела сделаны. Next. И Start. 12.18.
То есть, находясь на Linux Mint Cinnamon, я восстанавливаю резервную копию, значит, из раздела на моем жестком диске из кладовочки с Linux на другой отформатированный раздел, подготовленный в формате Linux Mint XFCE. По-русски обычно говорят XFACE, так проще говорить. Ну, пока прервемся. Список операционных систем, которые поддерживают программу SystemBug, вот Mint, Debian, Lite, Ubuntu, рабочие столы, вот Cinnamon, XFACE, Mate, KDE, вон даже Gnome сделали. А посмотрите, сколько рабочих столов у Debian. И практически там, где поддерживается команда SUDO, а в Debian она везде поддерживается, ставится SystemBug. Linux Lite, ну, у них только один рабочий стол XFACE. И Ubuntu. Но Ubuntu я только основные сборки, значит, взял. Вот к Ubuntu, Lubuntu, там Unity, а их там тоже масса существует. Любой рабочий стол Ubuntu, поддерживающий команду, значит, SUDO, на него можно поставить программу SystemBug. То есть довольно-таки внушительный список, и поэтому тут вам экспериментов, как говорится, хватит до пенсии. И забудьте опасения по поводу надежности, потому что все оно работает нормально. Ну вот, заканчивается восстановление полностью настроенной системы на другой раздел жесткого диска. Ну, где-то минут, скорее всего, 18 у меня это дело отняло. Но зато это уже полностью, как говорится, настроенный образ. Мне уже не надо там по новой все переставлять, перенастраивать. Просто я могу этот образ переносить на любой раздел жесткого диска. А все, что для этого требуется, заскочить на программу SystemBug, подключить этот образ, который я переношу, и указать, куда скопировать. Вот практически и все. Значит, да, где-то 18 минут это дело занимает. Ну а теперь я, значит, сделаю что? Сейчас у меня закончится доведение до ума разделов. Закончится, я перезагружусь на XFACE и посмотрим, как он работает. Ну вот, я закончил разметку внешнего жесткого диска. Как видите, каждому разделу я приделал расширение ext, то есть external, внешний, чтобы потом не путаться. Итак, что мы сделали? Мы сейчас восстановили вот сюда XFACE. Ну, всегда, значит, Cinnamon-чик при установке дает вот такую меточку. Поэтому мы сейчас ее переделаем и напишем XFCE. Раз. Это мы можем сделать, потому что мы находимся в другой операционной системе. Находясь в самом XFACE, переименовать вот этого дела нельзя. А так, как говорится, запросто. Вот. Видно, что занимает теперь вот 8 гигабайт. Как говорится, беспроблемно. Значит, вот 10 раздел свободный, он там около 900 мегабайт занимает, вот этот. То есть, которые мы отформатировали, они чистые. Вот куда поставили XFACE. А теперь вот посмотрите. Находясь прямо вот на Linux Mint, я могу сейчас поставить Linux Mint или со своего раздела на жестком диске,
Или вот из этой кладовочки, куда мы, значит, устанавливали точку отката. По-любому. И установить на раздел SDD, который мы назвали Cinnamon Extension внешний. Значит, вот, как говорится, двойной вам пример. Значит, сейчас вот я запущу. Так. User. И теперь нам нужно будет приделать какой раздельчик? Внешний, правильно. А вот сюда на диск SDD, на котором у нас вот все уже, как говорится, готово к приему операционной системы. И не слезая, как говорится, с Linux Mint Cinnamon, значит, я проделываю операции по восстановлению, значит, Linux Mint Cinnamon откатной копии на внешний жесткий диск. И плюс до этого, значит, я восстановил копию X-Face на свой внутренний жесткий диск. А потом, значит, сделаем две перезагрузки и посмотрим, что и как работает. Пока там идет восстановление, вот я покажу. Вот, значит, наша восстановленная копия X-Face 8 гигабайт занимает. А вот, значит, архитектура внешнего жесткого диска. Вот смотрите, я по 100 гигабайт выделил для Mint Cinnamon и для Винды. И на логическом разделе, значит, тоже дал ровно поровну каждой сестре по серьге, значит, под кладовочки. Кладовочка, значит, для Минта и для Винды. Вот сейчас со своей характерной меткой, значит, Linux Mint Cinnamon, там вообще Mint создает, значит, откатную копию. Восстанавливает, когда это дело закончится, мы просто поменяем тут название на мою любимую, на Cinnamon-чик. Вот и все. Итак, восстановление закончилось. Ну, теперь проверим, что у нас получилось. Значит, ну вот, зайдем на внешний жесткий диск. Так, пересканируем устройство. Ну, можно было выключить. Ну вот видно сразу 8.3. А вот здесь вот я напишу так. Изменю меточку. Напишу Cinnamon черточка external, внешний. И чтобы потом можно было всегда легко отличить, что это внешний цинамончик. То есть теперь мы должны иметь на внутреннем жестком диске, у меня должна быть десяточка винда, русский Mint и X-Face. То есть три операционные системы. И на внешнем жестком диске должен быть цинамончик. Естественно, значит, что делаем? Запускаем, во-первых, менеджер, Superboot менеджер. Ну, допустим, Burg запустим. Установим его на раздел SDA. Нажмем Yes.
нажмем Enter, Enter. Окей, на SDA, да, на SDA. Так, пишем окей, и теперь пойду-ка я в группу Customizer. Так, ну вроде бы зацепило. Смотрим. Значит, Recovery Mode, значит, режим я обычно убираю. Толку с него, что с козла молока. Windows я всегда обычно переименовываю вот таким вот образом. Вместо всей этой длиннющей штуки. Вот Windows 10. Здесь у меня всегда, значит, расположен Linux Mint Cinnamon. Значит, помните, да? X-Face мы переставили. В принципе... Да, могу даже так, X-Face Rus, да, могу и оставить. А вот уже на внешнем жестком диске. И вот здесь мы, значит, посмотрим Linux Mint Cinnamon, ля-ля тополя. Здесь я напишу external, то есть на внешнем жестком диске. Тут идет дубляж. Тут идет дубляж. Тут у нас уже, значит, установлено. Вот такие вот варианты. Значит, самый последний вот на внешнем жестком диске. Цинамончик, десятка, X-Face, пункт по положению, но первый пускай будет цинамончик. Дадим ему 20 секунд, сохраним конфигурацию. Ну, теперь посмотрим на эмуляторе, как это дело будет выглядеть. Ну, вот будет цинамончик, винда, значит, X-Face,
и Linux Mint на жестком диске. Итак, начинаем все это дело проверять. Ну, напишу я применить изменения. Пусть он все это дело сохранит. А затем займемся, сделаем две перезагрузки. Сначала я сейчас зайду на X-Face, который мы восстановили. А потом зайду на Linux Mint Cinnamon на внешнем жестком диске. Итак, значит, я перезагрузился и вот заскочил, видите, Linux Mint XFCE. Размер, значит, вот 50 гигабайт. Вот, значит, подключаем GParted, смотрим. Вот посмотрите, там где телефончик, это вот раздел, который в данный момент сейчас подключен. Вот, ничего другого у меня больше, так сказать, не подключено. То есть это действительно тот раздел, который мы установили, находясь на Linux Mint на русском. Как говорится, не слезая с кресла. Ну, и теперь, значит, нам остается проверить, как грузится Linux Mint Cinnamon на внешнем жестком диске. Причем есть один нюанс, запомните, что когда я создал меню загрузки и выключил компьютер, я вытащил шнур USB и стартовал, значит, тогда в нормальном загрузочном меню Burg. Если этого не сделать, то компьютер может стартовать с вашего внешнего жесткого диска, и там меню загрузки может быть несколько другим. Вот. А пока, значит, вот запомните вот такую штуку. Значит, если у вас есть возможность поставить System Bug или на флешку любой сборки, просто вот чтобы поставить его на операционную систему, сама там Ubuntu, там Light, Debian, что угодно, но чтобы он на флешке становился, к нему, значит, всегда можно подключить вот эти образы, которые мы, значит, создали, точки отката. И эти образы можно восстановить на любой раздел жесткого диска или на любой раздел внешнего жесткого диска, без разницы. Итак, теперь, значит, я перезагружаюсь и загружусь на Linux Mint Cinnamon на внешнем жестком диске. Итак, я загрузился на Linux Mint Cinnamon на внешнем жестком диске. Ну, давайте посмотрим. Вот я завожу парольчик. Здесь вот он сразу видно выдает разделы, которые подключены. Вот смотрим, видите, телефончика на диске, на внутреннем жестком диске компьютера не видно. Переходим на внешний жесткий диск. Вот, пожалуйста, подключен раздельчик Cinnamon. Дальше подключено, значит, раздел для Windows внешний. Вот он, WinEXT. Подключен, значит, раздельчик с данными для Linux, Linux Data Extension и Windows Data Extension. То есть, как говорится, без дураков я, значит, нахожусь на разделе, значит, SDD1 внешнего жесткого диска. А теперь, значит, ну, скажем так,
Последний, значит, трюк сделаем какой? Значит, у меня на разделе Linux с данными на внутреннем разделе диска расположена была копия made. Значит, так, вот он, этот разделчик, вот я его подключил. Ну и сделаем теперь вот такую вот еще фишечку одну. Напишем user. Так, а я уже закрыл, да? Ну ладно. Откроем снова. Пока я пойду на разделчик user, Linux data. Вот у меня made. Вот я его подключаю. А теперь здесь посмотрим, куда мы его восстановим. На 9 раздел. А 10 у нас будет там для всяких опытов. Значит, на 9 раздел запоминаем, да? Значит, вот я отметил кнопочкой, что я made подключил. А теперь куда? На 9 раздел. Вот он, голубчик. Вот сюда я его восстановлю. И вперед, как говорится, и с песней. Старт. Теперь, значит, что мы сделаем? Ну, 13:26. Ну, напишу время. То есть вы здесь с разделами при помощи программы GParted и SystemBug можете, как хороший портной, кроить их, перекраивать по своему усмотрению, сохранять там резервные копии и так далее, восстанавливать их. То есть у вас уже не будет страха. Почему? Потому что ваша настроенная резервная копия всегда может быть восстановлена. Вы даже можете удалить раздел, где она расположена, какое-то время на этом разделе держать другую операционную систему. Что-то не понравилось, обратно пошли, и SystemBug'ом на это место вернули вашу настроенную копию. А список я вам показывал, довольно-таки большой. И Debian, и Ubuntu, и Mint, и Lite. Там довольно-таки самых различных, во-первых, десктопов. То есть рабочих столов, там и KDE, там, и Cinnamon, и GNOME, там, и Mint, XFCE, там, чего там только нет. Бери, выбирай и пробуй. Ну, всегда, как говорится, есть возможность держать откатную копию, и всегда можно восстановиться. То есть в данном видеоуроке я не говорю о создании образа ISO, а вот именно я говорю о создании резервных копий. По типу таких же, какие создаются программой Acronis в Винде. Вот. Тоже, значит, очень хорошая и нормальная система. Ну, программа заканчивает создание откатной копии Mate на внутренний раздел жесткого диска. В среднем где-то 26, 36, 10, там 13, ну там 14-15 минут занимает процесс восстановления откатной копии на раздел жесткого диска. То есть вот видно, когда мы начинали 26 минут, а сейчас 39. 39 отнять 26, это будет 13, насколько мне понимается. Ну там с копейками, там 13-14 минут. Ну дождемся окончания. Вот точная цифра. 40, ну, 14 минут. Ну, и теперь, значит, делаем, что, опять-таки, Superboot Manager. Поскольку мы установили еще одну операционную систему, надо, чтобы она читалась при загрузке.
сделаем вот такую штучку. Поставим опять-таки борт, потому что он красивый. Теперь вот куда? А вот поставим-то мы его на раздел SDA. Вот куда мы его поставим. Потому что основной у нас раздел, с которого грузятся все операционные системы, он расположен у меня на моем диске, на Hitachi, на внутреннем. А Samsung, это у меня внешний жесткий диск, я на него, с него всегда смогу, как говорится, загрузиться без проблем. А мне надо, чтобы менюшка красивая была именно у меня на внутреннем жестком диске. Вот, просит тут. Итак, как видите, я загрузился с 9 раздела, на который мы установили из точки отката Mate. Вот здесь оно все, как говорится, работает. Видите, все настроено нормально. Поэтому практически сегодня в основном мы пользовались программами какими? SystemBug. Создание точек отката и восстановление с точек отката. Программа Gparted. Мы, значит, там это самое, изменяли размеры внутреннего, там, внешних жестких дисков, там их форматировали и так далее. И пользовались программами, значит, групп Super Boot Manager и групп Customizer. То есть изменяли меню настройки. Вот практически курсы кройки и шитья с помощью этих программ на сегодня я считаю успешно законченными. И я вам желаю этот ролик пересмотреть не один раз, потому что это вам поможет практически сохранять свои настроенные операционные системы, создавать точки отката и в любой момент, в случае неполадок, всегда их восстанавливать. Причем запомните, восстанавливать их можно из любой, значит, операционной системы, где установлен SystemBug, хоть на внутреннем жестком диске, хоть на внешнем жестком диске, хоть на флешке, без разницы. Подсоединили к нему этот образ, которую вы хотите восстановить, нажали копии и скопировали туда, куда нужно восстановить. Все. Вот в чем прелесть, как говорится, программы SystemBug. Причем, видите, восстанавливает-то он очень корректно. Получается, что операционные системы-то вот они, нормальные, рабочие. Ну все, желаю вам самых всяческих успехов и в освоении Linux, и в постижении вот этих вот всяких тонкостей. Думаю, что материал я вам сегодня дал довольно-таки объемный, но никуда не деться. Это, как говорится, спасет вас от многих неприятностей. Так что желаю вам успехов и удачи. До новых встреч!